Конкурс «Дети читают стихи о войне» ученицы 6 класса Щедровской школы Исаева Валерия. Открытка. Только что атаку мы отбили, дым еще цеплялся за кусты. Моему товарищу вручили из дому открытку из Читы. Все затихло, стало слышно даже, как шумели ивы над рекой. И тогда раздался по блиндажу писк утиный, тонкий и смешной. И товарищ говорил, читая, голосом глухим от хрипоты: «Дочка-то забавница какая, утку мне прислала из Читы». Ну и все в блиндаже захотели на открытку с уткой посмотреть. Даже те, кто дочек не имели, но мечтали про себя иметь. И тогда на миг нам показалось, что весна поет над головой, и ушла суровая усталость, и раздался дым пороховой.